Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Леся Клоунесса, и я напоминаю, если вы любите рисовать сказочных героев, мультяшных героев, не ленитесь, рисуйте и отправляйте вместе с родителями в нашу официальную группу ВКонтакте «Детки-непоседки», и самые лучшие творческие работы мы обязательно покажем в нашей программе «Сказки на ночь». Ну а сейчас мы с вами будем читать продолжение забавной истории про дядю Федора и его друзей. Глава, которую я вам прочту, называется «Всероссийская слава простоквашинского привидения». Через несколько дней, рано-рано утром, с первыми криками петухов и мычанием коровы-мурки, в Простоквашино испуганные папа с мамой приехали. Вернее, не приехали, а пришли. Из-за плохой дороги весенней им пришлось Запорожец недалеко от деревни за 10 километров бросить. «Дядя Федор, мы приехали тебя забирать». «Почему? Зачем?» «Как это зачем?» – сказала мама. «А ты вот это читал?» Они показали мальчику сельскохозяйственную газету. Дядя Федор стал внимательно читать. «Страшное привидение из Простоквашино! Сенсация! Нашим корреспондентам наконец-то удалось сфотографировать настоящее привидение! Это привидение начало терроризировать деревню Простоквашино еще в прошлом году. Однажды молодая колхозница Пелагея Капустина, 42 года, со своим юным другом Матвеем Зверобоевым, 50 лет, дружно собирали грибы. И вдруг из темного леса навстречу им из огромного сарая выбежало чудовище с косой и с диким криком бросилась на них. Еле-еле нашим героям удалось убежать. С тех пор колхозники обходили этот сарай за 5 километров. Даже сено осталось нетронутым. И вот совсем недавно корреспондент Шариков, сидя в засаде 5 дней, сумел схватить привидение своим фотообъективом. Вот оно, это привидение на фотографии. И, как вы видите, уже с ружьем. Впрочем, это может быть и автомат даже Калашникова. Очевидно, прогресс не чужд и привидениям. Многие колхозники в ужасе хотят покинуть Простоквашино и переехать даже в село Троицкое, которое стоит в 3 километрах от Простоквашино. «Уж там оно нас не достанет», – говорят колхозники. Многие колхозники хотят переехать в Троицкое, а ты, дядя Федор, переезжаешь в город, твердо сказала мама. «Я не боюсь привидения», сказал дядя Федор. «Ты не боишься, а мы с папой боимся», сказала мама. «Тем более, что ваше это привидение с автоматом Калашникова бегает». Делать нечего. Дядя Федор понял, что мама с папой его заберут, что с привидением вышел, конечно же, перебор. Мама, может быть, и не права, но она была мама, а мама, как всегда, права. И он пошел прощаться со своими колхозниками. Сначала он простился с профессором Семиным и девочкой Катей. Профессор Семин сказал: «Жаль, что вы уезжаете, молодой человек. Без вас жизнь в Простоквашино станет скучнее. Одно меня радует, что страусята заговорили. И я начинаю словарь страусины составлять». Потом дядя Федор простился с Пелагеей Капустиной и ее потолстевшим кабанчиком Борькой и пошел прощаться к почтальону Печкину. Выздоравливающий Печкин лежал на чистой-пречистой кровати, а рядом на табуретке стоял чугунок со свежими щами, которые ему Пелагея Капустина из капусты сварила. «Все, Печкин, я уезжаю, и все из-за привидения. Оно моих маму с папой напугало». «Какое такое привидение?» – спросил Печкин. «Ну, про которое в газете написано». «В какой газете?» «В сельскохозяйственной, в сегодняшней». Печкин сегодняшней газеты еще не получал. Она в деревню позже приходила, чем в город. Он попросил: «Дядя Федор, принеси мне, пожалуйста, эту газету».
Ну, Игорь Иванович, к вам же 2 километра идти, а мне еще вещи-то собирать надо. Я некоторым всю жизнь газеты разношу, сказал Печкин. Больше 1000 газет разнес, а некоторым ни одну газету принести не могут. Дяде Федору стало стыдно и неудобно, и он сказал: «Хорошо, уважаемый Печкин, я пошел за газетой». Ну что, мои маленькие друзья, а что приключилось с нашими любимыми героями, мы, конечно же, узнаем завтра. А сейчас садитесь поудобнее, будем смотреть мультфильм. А я прощаюсь с вами до завтра. Спокойной ночи, пока!